Значит, большое спасибо за донат, Мунсор, с просьбой обозреть паблик. Текст доната. Мне нравится, что они выкладывают записи андерграундных групп Сиэтла, что ты чувствуешь себя позером. И, собственно, дальше про прошлый донат, про альбом и так далее. Первым делом просьба обозреть паблик. Seattle Sound 80s-90s. Ну, собственно, уже можно сказать, что то, что они называются именно не там гранж и не вот это все, а именно Seattle Sound. То есть это говорит о том, что челики, во-первых, на самом деле у них уже чуть пошире будет возможность все публиковать, потому что, ну, с одной стороны, это ограничивает их типа как бы Сиэтлом, хотя нет, потому что Seattle Sound, то есть если звук Сиэтла. С другой стороны, это им дает еще возможность публиковать группы типа не гранж, но, например, из Сиэтла, у которых есть пригранжованность всякая. То есть то, что было в фильме Singles, то есть, возможно, Poses какие-нибудь там, еще кто-нибудь, я уже не вспомню, флопы и так далее. Ну, естественно, в видео Нирвана, Алиса в цепях, фестивали всякие там бла-бла-бла-бла-бла. Кто изобрел гранж? Вот так чуть-чуть. Розыгрыш 3 билетов. Ну, без этого никак все равно. Так, Screaming Trees, знаем такую группу. Да ну! А я даже не знал, что вот позавчера, можно сказать, помер басист Screaming Trees. Вот уже чувствую себя позером, то есть как бы группу знаю, а дела не знаю. Ну, Nirvana, естественно, присутствует. Видос с другой камерой есть, кстати, охренеть. Слушайте, уже вижу повод подписнуться на Паблос. Сборной сиэтлской соляночки вам. Ни одного исполнителя вообще не знаю здесь. Биг Бамбу, Авалон, Кран... Вообще не знаю этих исполнителей, офигеть. То есть, опять же, вот можно углубиться, если в Сиэтл хочется, то вот как бы челики и Нирваночку тебе найдут, то, что ты не видел. И группки тебе подскажут 10 сразу, которых ты вообще не знаешь. Боунселар. Редкая цифровка кассеты конца 91 года. Блин, ради интереса. Ой. Чувствуется Мелвинс, что влияли на ребят. На это. Глуховатое звучание. Это, в принципе, неплохой клон Мелвинс, я бы так сказал. Alice in Chains. Состоялся последний концерт с Лейном Стейли. Последнее шоу на видео всплыло лишь на днях. То есть просто челики вот, ну, прям находят, можно сказать, свежайшие какие-то, ну, насколько может быть свежие запись 96-го года, ну, типа, именно для открытого доступа. И просто постоянно что-то публикуют. Старое, новое, свежая инфа по большой четверке. Сиэтлская, если можно так назвать. Ну, я считаю, можно. Типа, какой хер в трэш-метале есть, а почему нельзя так же назвать про гранж, про Seattle Sound? Обещанная рецензия на редкую запись. Нужно ли завоевать? Конечно, нужно. Green River присутствует. Throttle Body всякие. То есть, вот тоже, опять же, вот подборка групп. Гранж. Тыры-пыры, тыры-пыры. Ни одного названия не знаю, ни одну группу. Сидишь, чувствуешь себя позером просто стыдным. Да, сука! Я не знаю, как я так мискликаю. Что за херь? Я проматываю, у меня паблик. Я не знаю, ВК как-то сегодня гандонит просто жестко. В сторону Alice in Chains, такое больше хардроковое, но тоже... В духе, да? Баухил. Так, не буду там нажимать. Пригранжованный хардрок такой вот пока сидит. Прикольный трек, кстати. В духе Нирваны. Классный трек добавлю себе. Может, послушаю еще. Слушай, ну, спасибо за донат, во-первых, спасибо за такой паблик.
Если честно, да, паблик вообще прям то, что надо. Потому что вот ты чуть-чуть просто покрутил, и то есть, вроде 4000 подписчиков, то есть, ну, это по идее, это вообще слезы. Типа, это, ну, по меркам именно там паблика ВКонтакте, который ведется такой вот, как бы, на серьезных щах и так далее. И чему это посвящен. То есть, когда у группы Говнида сейчас скоро будет 3000, у МВПД там 6000, как бы, да, а у пабликов там, типа, это какие-нибудь там всратые мемы, не знаю, сколько сейчас, допустим, у паблика ради интереса шугей, спидовка, типа, вот там, мем пикчерс, сколько у них сейчас подписатые, гляну. Абстрактные мемы для элиты всех сортов, вот это все, знаете, да, 33 тысячи, да, то есть, как бы, по-хорошему, это вряд ли что-то, что идет в плюс ребятам, у них просто есть скромная кнопка, если хотите поддержать. Ну, пожалуйста, соточку кому-то может подкинуть, нет, то есть это, ну, типа, с удивительным качеством и любовью к жанру, к делу, к этому сделанный паблик. И, собственно, тезка, тем более, тут еще его ведет Антон Феникс. Я же, в принципе, хоть я и Моисей, но я вообще-то Антон, типа, если что. Если вдруг кто забыл или не знал. Как бы успехов, донатов желаю и... Ну, отличная работа. Спасибо, Мунсор. Типа, я вот, считай, даже для себя открыл паблос, подпишусь. Вот, может, если будет именно настроение снова нырнуть в это во все там, в CL Sound и новые записи, я наверняка там, может, даже вне стрима пойду и буду просто смотреть. С это, на физиономию Кобейна со старого концерта, либо там на записи Alice in Chains. Круто, спасибо большое за донат, мое почтение. Ну, подписота, собственно, особенно кто сейчас в гранжовом возрасте, это просто вот как бы имба. Пожалуйста, подписывайтесь. Grunge This World называется этот ID паблика. Я постараюсь сейчас, короче, сейчас закреплю в комментарии под обзором, чтобы, ну, постараюсь это сделать, чтобы было поблизости.